Аграрии Пензенской области уже намололи 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность в хозяйствах региона составила 26 центнеров с гектара. Сейчас собрано 904 тысячи тонн озимой пшеницы, почти 22,5 тысячи тонн озимой ржи, а объем ячменя достиг 344 тысяч тонн. В Малосердобинском и Нижнеломовском районах приступили к уборке подсолнечника, а пачелмские сельхозпроизводители вышли в поля с соей. Одновременно приступили к севу озимых. Эту работу уже произвели на площади свыше 100 тысяч гектаров.